Кем работает папа? Трактористом. Что делает он на работе? Убирает снег. Кто такой газовик? Который газует. Как, по-вашему, выглядит газопровод? Не знаю, но это, наверное, длинная труба. Какого цвета газовая труба? Желтого. Кто самый главный в «Газпроме»? Мама, потому что она у папы забирает зарплату. Зачем нужны газовики в Сибирь? Чтоб ездить, работать и зарабатывать деньги. Нужно ли делиться своим газом? Нет, нам самим мало. Ваши пожелания всем газовикам. Удачи, здоровья и больше послушных детей.